Ночь и только шум катков и легкий пар от асфальта. На проспекте Карла Маркса дорогу покрывают малыми картами протяженностью до 100 погонных метров. Особое внимание к технологии. Первый этап – фрезерование, зачистка и подготовка дорожного полотна. Это стараются сделать днем, а ночью, когда нет машин, приступают к ремонту. Сначала заливают битум, потом кладут и укатывают асфальт и бетон. Осталось только проверить, насколько прочным получилось покрытие. Причем специалисты дают оценку состоянию проезжей части и до укладки карты. И после. Замечания устраняют на месте, а через пару дней специальная лаборатория проверит толщину и качество. То есть она берет вот эту пробу, значит, вот этот керн проверяет толщину уложенного слоя, значит, уплотнение и водонасыщение. То есть мы продолжаем также контролировать и днем, и ночью. То есть днем мы берем керны, ночью контролируем, как работает дорожная служба. Только если все показатели в норме, работу принимают. Карточный ремонт в Самаре стартовал 2 недели назад. Начали с улицы Советской армии. По муниципальному контракту МП «Благоустройство» отремонтирует такими малыми картами 63 тысячи квадратных метров дорог. Работают каждую ночь без выходных. Сейчас за смену укладывают около 1500 метров асфальта. В ближайшие дни темпы собираются увеличить в 2 раза. Приоритет по улицам, в принципе, это улицы с наибольшими разрушениями дорожного полотна. С 26 числа мы приступили к работам по заделке выбоин струйно-инъекционным методом. То есть работают в городе сейчас 2 установки. Закончить ремонт малыми картами планируют до 25 мая. Также приступят к ремонту больших масштабов картами за 100 метров. В этом году выросли не только объемы дорожного ремонта, повысилось и требование к качеству. На малые карты подрядчики дают гарантию в 1 год. Все дефекты в это время они будут устранять за свой счет. Кроме того, продолжают ремонтировать дороги комплексно, что предполагает замену и асфальтобетонного покрытия, и бордюрного камня, и обновление средств организации движения, разметки тротуаров и газонов. Марина Кравцова, «События».